С таким подходом я впервые встречаюсь, когда настолько широкий взгляд, настолько качественная работа с людьми, борьба за людей, конкуренция широкий. То есть, ну, кто-то ограничивается рынком, рынок рассматривает регион, кто-то страну, кто-то мир. Да, здесь, мне кажется, он в 5D формате все рассматривается, анализируется, и это, конечно, удивительно. Приятно, что компания есть, и это гордость Белгородской области. С одной стороны, сахар – это, ну, тот продукт, который нам повышает настроение, формирует ощущение комфорта и так далее. А с другой стороны, наше устройство нашего организма, как мы его понимаем, оно не очень предназначено вот к такому объему удовольствия, получаемого за счет сахара. И поэтому, по нашему пониманию, допустим, тот же сладкий белок, он является, ну, как мне кажется, это безальтернативный продукт, который должен через какое-то время, как можно быстрее, он должен заменить сахар и дать людям возможность, так скажем, сохраняя здоровье, получать и отдых, и удовольствие, и так далее. Растительное мясо — это тоже, как мне кажется, немножко необычное, но позволю себе заверить вас, вот, абсолютно качественный белок, который, так скажем, и сохраняет природу, и дает, он содержит те свойства, которые для организма очень полезны. Ну и остальные проекты так. Хотя это все на самом деле оттестирует рынок. Да? Вот покупатель голосует за наши инновации рублем. Проголосует, значит, все будет нормально. Я впервые в жизни своей попробовал растительное мясо. Мы сели по котлете. И такой комфорт вот в желудке, я просто понимаю, что это продукт будущего. Поэтому комплимент вот в адрес Валерия Николаевича. Вот развивать это направление. И мне кажется, оно очень перспективно. Что касается тиражирования технологий, управления, ну, в принципе, мы этим и занимались. Мы же, вот, скажем, откуда у нас пошла в области, или пошел, вернее, методы проектного управления. Они, по сути дела, от компании «Эвко» пошли. Проектное управление, управление проектами. И бережливое производство от «Росатома». То есть все лучшее область вот и всегда перенимала именно от коммерческого сектора. И сегодня она успешно это, значит, тоже продолжает это делать. И поэтому у нас, мы должны, если что лучше у нас, мы должны предлагать компаниям, а сами учиться постоянно. И здесь ничего плохого нет. И мы, я знаю, что своих посылали сюда. И главы, и заместители их, здесь были обучающие семинары проводили. Все были в восторге от того, что здесь демонстрирует и продолжает это делать с таким с нарастающим каким-то эффектом Валерий Николаевич Кустов. Это компания «Эвко» – это уникальное явление не только Белгородской области, страны, но и страны нашей. Это гордость. Я не только, как сказал Вячеслав Владимирович, Белгородской области, что я абсолютно разделяю, но и нашего Отечества.